снег кусается. Затмение. У меня не отображается ни одного визора. Полагаю, тут ты сама справишься. Вперед. Спасибо. Сама так сама. Теперь можно и дух перевести. На нас напали! Клад смерти. Тени железного беса. Прекрасно. Они и внутрь пробрались. Теперь надо тут осмотреться. Операция «Свобода». Что это такое? Что бы это ни было, закончилось все плачевно. Что это за место? 3 недели нас гоняли в какой-то прибрежный городок, чтобы мы тренировали ополченцев. Все время шел дождь, ведь Европа уже горела. Целый квартал из сборных казарм.
Их печатали вплоть до того момента, пока не ударила основная группировка. Ополченцами мы проводили занятия на их родных улицах. И делали вид, что если они усвоят приемы, смогут умереть где-нибудь в другом месте. Хуже всего, что некоторые в это верили. И все спрашивали нас про новый рассвет. Как будто мы знаем больше них. Честное слово. Чем дальше, тем больше мы сами походим на ботов. Только вот они с каждым боем умнеют. А насчет нас я не уверена. Всего одна кровать. Может, это комната их вождя? Красный свет. Видимо, нет питания. Провода идут к источнику питания. Спрашивали, как запомнить алгоритм перезагрузки геотермальной системы? В общем, так. Птица летит на север летом, на восток весной, на запад осенью и на юг зимой. Не ожидали услышать поэтическое послание природе из уст техника Майка? Голографический интерфейс. Я, как всегда, непредсказуем. Наверное, какой-то шифр. Может, мне просканировать объекты в этой зоне? Сработало. Да, это они. Они не ищут ответов, только оружие. Thank you.
все только что начали. Что это? Это? Это карта. Карта чего? Мира. Планеты Земля, Элой. Мир не плоский, как ты думала. С чего бы мне так думать? Когда случается затмение, тень на Луне кривая. Значит, мир шар. И вот так он выглядит издалека? Обсудим это в другой раз. Не отвлекайся. Роботы Фара заполонили мир, пожирая все на своем пути. И как-то Элизабет их остановила, пока не стало поздно. Но как? Своим железным бесом. Они же не решили его пробудить. Поберегись! Один хопиш, и он двигается.
всем солдатам приходилось сражаться с сотнями таких роботов? Этому найдется применение. Спасибо, доктор Собек. Садитесь. Что? За что благодарить? Вы ее слышали? Доктор Собек четко обрисовала ситуацию, генерал, и предложила нам выход. Мы должны быть благодарны. Это же... Я просто... Господи! Может, обсудим вне сети? Никакого обсуждения не будет. Вы видели расчеты? Фара обеспечит финансирование, но на его деньги не купишь время, необходимое для завершения проекта. Время мы будем покупать кровью. О, какая чушь! Модернизируем флот, взломаем как-нибудь коды. Вы что, не слышали? Ваша армия роботов теперь ничего не стоит. Среди хакеров этот Рой – хищник высшего порядка. Он легко перехватит управление любой вашей автоматикой. Но это... Мы что, бросим гражданских в мясорубку? Послушайте, противник воспроизводится быстрее, чем мы можем его убить. И пожирает биомассу вместо топлива. Новый рассвет – единственный выход. А, ну то есть раздадим всем гражданским, у кого хватит сил, по рельсотрону, покажем, куда нажимать, и отправим на фронт? И вы думаете, они пойдут? Да, если будет за что сражаться. За новый рассвет. Секретное супероружие, которое нас спасет, только если человечество сумеет выиграть время для доктора Собек и ее команды. В файле, который я вам рассылаю, изложен план операции «Свобода». Операции? Это же преступление! Да, неприятно, но хоть что-то. Альтернатива хуже. Доктор Собек, я реквизировал для вас списанный космодром в штате Юта в качестве базы для нового рассвета. Места там много. Когда приступите? Я отправила вам список альфа и бета кандидатов. Большинство живут в других странах или на корпоративных владениях, что осложняет... Не волнуйтесь, получите своих спецов. Даю слово. Ну хорошо. Космодром? Что это такое? Что эти люди делали? Что делала Элизабет? Доктор Собек, как и ожидалось, на участке вычета произошел прорыв. К вам идут 5 титанов класса Гор. Контакт через 34 часа. У меня все готово, генерал. Пришлось кое от чего отказаться, чтобы успеть, но... Функционально проект готов. Поехали. Значит, операция «Свобода» была не напрасна. Да, будь у нас хоть на день меньше. Я выслал вам шифрованный файл. Пожалуйста, внесите его в архив. Я... Да, я постараюсь. Что в нем? Заявление. Признание вины, так сказать. В чем вы признаетесь? В течение последних 1,5 лет... Я руководил самым массовым истреблением военнослужащих и гражданских лиц. За всю историю. Чингисхан, Гитлер,
Сталин, Сарабелла. У них всех вместе не было столько жертв. Не вы их убивали, генерал. Не я лично. Но я бы не дослужился до высшего звания в армии США, если бы возражал против ее автоматизации. Еще до Роя, доктор, я прокладывал дорогу смерти. Словом, я не хочу, чтобы все это кануло в лету и забылось. Я выслал полное признание. И пусть потомки рассудят, кто был прав. Я все сделаю, генерал. Но вы должны понимать. Если бы не ваши действия, наши действия, не было бы вообще никаких потомков. Возможно. Доктор Собак. Вольно, генерал. Прощайте. Черт подери. Наконец-то я выбралась. Теперь надо только найти этот их космодром. Я выяснил, где он, и это хорошая новость. А плохая? Космодром прямо под цитаделью. Дворцом Карха Тьмы. В столице Карха Тьмы? Мне там не будут рады. Во дворце полно агентов затмения. Причем не рядовых, так что у многих будут визоры. Если они тебя увидят, Аид тоже. Он снова прикажет тебя убить, и на этот раз на тебя ополчится вся армия Карха Тьмы. Так отключи их, визоры. Ты же уже так делал. Все не так просто. Много визоров в одном месте. Они сообщаются друг с другом и с Аидом. Там целая сеть. Сеть? Как это? Представь, что визоры соединяет огромная невидимая паутина, которая из конца в конец опоясывает всю Землю. Она позволяет им постоянно общаться, даже на больших расстояниях. Понятно. Так что, можно как-нибудь эту паутину срезать? Обрушить сеть? Дерзко. Да, это возможно. Есть одно слабое звено. Показывай. Я отправлю точку на твой визор. Иди туда. Будешь ближе к месту, сообщу тебе подробности. Что же такое новый рассвет? Что за оружие придумала Элизабет? Она остановила машину, но они успели разрушить ее мир, ее цивилизацию. Нельзя, чтобы это повторилось. Как мне теперь отсюда спуститься? А, будет весело. Еще, только очень уж долго туда подниматься.